Итак, будут ли появляться компании, способные за 3, 5, 7 лет вырастать в компании-гиганты? Ответ, конечно же, да. Для бурного роста компании необходимо обладать инновацией, инновационной технологией, имеющей перспективу массового применения. Под этим видео ты найдешь ссылку на стартап. По прогнозу ООН, к 2025 году потребность в электрической энергии возрастет в два раза. 86% электрической энергии человечество получает за счет сжигания углеродов, что негативно влияет на состояние среды обитания человека, флору и фауну. Ветроэлектростанция, электрогенерирующий небоскреб, способный вырабатывать электроэнергии в 3-4 раза больше от собственных потребностей. Хочешь вырастить доход? Повтори успешный опыт Уоррена Баффета. Вы можете переживать по поводу акций, но акции не переживают по поводу вас. В 1947 году он сделал первую покупку акций на $1000. Сегодня его состояние 85 миллиардов долларов. Он всю жизнь инвестировал в сотни компаний. Максимальный доход ему принесли акции компаний, которые в тот момент находились на самых ранних этапах своего становления. Сейчас это называется стартап-компанией.